Дорогие друзья, добрый день. С вами сегодня компания прокатись.ру и я, Бояров Александр. И сегодня мы решили спустить на воду уникальнейшую лодку Voyager 700 Open компоновки Bow Rider. История создания этой лодки. Сначала появилась 700-я кабина. Потом, по задумке конструкторов завода, решили сделать прогулочный вариант, открытую лодку с так называемым компоновкой Bow Rider. Что хочу сказать. Лодка просто огромная. Она даже на воде смотрится огромной. Носовой кокпит просто громаднейший. Тут, я не знаю, человек 4 может разместиться спокойно. У этой лодки технические характеристики практически такие же, как у Волжанки 67 кабин. Толщина металла, днище 5 мм, борт 4 мм. 5-миллиметровое каленое стекло. Пассажиров вместимость этой лодки 8 человек. Килеваттность на трансе 19 градусов. Максимальная мощность мотора 250 лошадиных сил. Здесь из опций представлена радарная арка для установки всевозможного оборудования, будь то радар, будь то хоть колонки, музыка, звук, свет, все что угодно. Ну что, пойдем вовнутрь, покажем вам еще много всего интересного. Друзья, что хотелось бы сказать. Эта лодка пакетная. Пакетное предложение с завода. Установленный мотор на заводе. Это получился очень экономичный комплект в плане денег. Здесь установлен мотор 150 лошадиных сил Yamaha. Это минимальная допустимая мощность мотора, которая устанавливается на этот катер. Забегая вперед, хочу сказать то, что мы уже тестировали на Финском заливе данный комплект. Только не со 150-м мотором, а с максимально допустимым 250 лошадиных сил. И скорость была около 92 км в час. Топливный бак на этой лодке 230 литров. То есть эта лодка, скорее всего, наверное, как для походов дальних, так все-таки и для серьезных водоемов в плане отдыха, рыбалки и так далее. Традиционно начнем наш обзор с носовой части лодки. Здесь у нас установлены мощные силовые рейлинги. Они аккуратно очень вварены в корпус. Также швартовые утки. Общее количество швартовых уток на катере 6 штук. Развитый носовой треугольник позволяет нам устанавливать как якорную лебедку, либо скрытого назначения, либо накладную. Также можно установить дополнительный носовой трап. И, конечно же, мощнейший привальный брус, покрытый специальным покрытием, которое, по заверениям завода-изготовителя, служить будет вечно. Не царапается, не бьется, не мнется. Также там внутри встроены дополнительные соты, которые демпфируют удары об причальную секцию. В носовой части у нас располагается вместительный носовой рундук. Хочу заметить, кстати, на газ-лифтах. Соответственно, можно это использовать место для сидения. Комфортно, удобно. Дальше у нас по левому борту идет еще один большой рундук. Он громадный. Тоже как сиденье используется. И здесь у нас идет третий рундук. И тоже используется как сиденье. Большой, вместительный, хороший рундук. Еще раз замечу, эта лодка пакетная. То есть опций здесь минимум, кроме как радарная арка. Звуковой сигнал стоит в базовой комплектации. Мощнейшая дверь, опять же таки, с упором. Мощнейшая ручка для закрывания этой дверцы. И нижняя дверца. Также фиксируется в открытом положении. Громаднейшие, мощные силовые консоли. Что на пассажирской, что на капитанской консоли есть рундуки. Пассажирская консоль. Внизу есть полочка, упор для ног. Сидеть мега комфортно. Громадный бардачок. Здесь у нас помещается коптер, дополнительное оборудование, еще вагон места. Также есть удобная полочка для телефона с его покрытием. Пассажир полностью защищен, мне кажется. Не хватает, наверное, стеклоочистителя в этой комплектации. Его можно заказать отдельной позиции. Сиденье. Удобнейшее сиденье с мощной боковой поддержкой и с валиком. Соответственно, установлен слайдер. Можно двигаться вперед-назад. Кресло капитана абсолютно аналогично. Консоль капитана. Громадное место для врезки прибора. Мне кажется, сюда 16-й Life влезет 100%. Блок кнопок. Стандартный, кнопки нового образца. Штурвал мощнейший из ZOTO с логотипом V-Boats. Замок зажигания с аварийной чекой.
И мультиприбор Yamaha 6YC. Здесь установлено гидравлическое рулевое управление от компании Ultraflex, что облегчает нам управление лодочным мотором. По аналогии с пассажирской консолью, на консоли капитана располагается тоже удобная полка и пульт дистанционного управления компании Yamaha консольного типа. Посадка капитана. Она очень удобная. Мой рост 1,85 м, человек 2-метрового роста, здесь будет очень комфортно сидеть. Также есть на кресле валик при швартовке. Мы садимся на него, смотрим поверх стекла, за борт, вывешиваем кранцы. Что же у нас на корме? Обилие рундуков и место для сидения. Громаднейшие рундуки, причем они соединяются между собой. Здесь у нас в рундуке стоит аккумулятор и размыкатель массы. В этом именно рундуке. Все крышки на газ-лифтах. В спинке рецесса у нас размещается один очень емкий громадный рундук. Радарный арк. При желании, скорее всего, можно будет установить сюда шарик для буксировки ватрушек, лыжника, вейкбордиста. Также сюда можно установить радар. Дополнительно можно врезать свет дополнительный, аудиосистему, колонки. Но мне кажется, все что угодно. Многофункциональная арка. И причем она силовая. И в кормовой части у нас располагается тоже два больших вместительных рундука. Здесь установлен фильтр-сепаратор, гидравлика, вывод шлангов. И здесь у нас симметрично располагается еще один рундук. Здесь идет сапун, вентиляция топливного бака и заливная горловина топливного бака. Также мощные, просто мощнейшие кринолины. И в правом кринолине у нас установлена телескопическая лесенка, трапик. Друзья, немного технических характеристик данного катера. Длина 7.13, ширина 2.43. Максимальная мощность мотора 250 лошадиных сил. Угол киловаттности на трансе 17 градусов. Емкость топливного бака 230 литров. Толщина на днище морской алюминий 5 мм, борт 4 мм. Ну что, спустили лодку на воду, дали мотору обкататься. И сейчас у нас будет первый тест по течению Москва-река. Будем замерять скорость, будем замерять расход топлива. Ну что, погнали? Обороты 3400. Скорость 40 км в час. Прекрасный крейсер. 22 литра в час расход топлива. Сейчас попробуем на полный газ. Обороты 5900, скорость 61 километр, 62 километра в час, 62 литра в час расход топлива. Три маджа на 3 единицы практически полностью. Отличный результат, кстати, на этом моторе. 150 сил имеет право на жизнь на данном катере. Нас 3 человека и где-то литров 60 топлива в баке. Хороший результат. Лодка очень мягко идет, очень просто. Отлично управляется с гидравликой, так вообще просто мечта. Попробуем против течения. 3700 оборотов, 42 км в час. Расход 23,7 литра в час. Попробуем на полный газ. Пять200 оборотов, 62 км в час скорость. Расход 59 литров в час.
Покатали мы лодку. Мне лодка, в принципе, очень понравилась. Скандинавский такой вариант. Она брутальная, она мега надежная, вот прям кажется, она очень хорошо рулится. Скорее всего, вот это такая экспедиционная лодка, дальние походы, отдых с семьей. Можно много очень вещей с собой взять. Ладога, Онега, Финский залив, Рыбинка. В общем, такие мощные водоемы с большой волной, непредсказуемой погодой. Именно вот на эти водоемы лодка зайдет. Единственное, нужно мотор, конечно, брать максимально допустимый, мощный. 200-250 сил. И скоростные характеристики будут нормальные. На 150 Yamaha максимально мы разогнали ее сегодня втроем. В баке 60 литров плюс. Это 67 километров в час по течению. А в Самаре мы когда были на тест-драйве, мы ее разогнали 92 км в час под 250-сильным мотором. Единственная некрашенная лодка, но завод обещал сделать опцию. Пока по деньгам не могу сказать сколько, но крашеная она в белый цвет смотрится гораздо лучше. Также просятся мягкие накладки на рундуки, на диваны. Сзади сидеть комфортно, но опять же таки не хватает мягких накладок. Советую к приобретению. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Бояров Александр и компания прокатись.ру.